Как сказал позже полицейский, это тот случай, когда Бог сказал: «Повернись и иди к машине». На секунду он задумался, но решил пойти к другому офицеру, стоящему около автомобиля. В этот момент голос и музыка остановились. Произошел взрыв. Офицер отлетел в сторону. Он поблагодарил Бога за то, что он развернул его от взрыва. Поделись, подпишись и не забудь поставить лайк.